В одном из зоопарков на острове Сибу на Филиппинах выстраивается огромная очередь на массаж питонами. Такой экзотический релакс, по мнению филиппинских ученых, восстанавливает нервную систему всего за 15 минут. Аналогов данной процедуре антистресса в мире пока не существует. Массаж делают 4 гигантских питона. Общий вес змей около 227 килограммов. Во время массажа клиент не может прервать процедуру. Любые жесты питон может расценить как движение потенциальной жертвы и, соответственно, действовать. Сотрудники зоопарка утверждают, что питоны не нападут, если их не потревожить. Кроме того, они не ядовиты. Также клиенту запрещено кричать и даже разговаривать. Перед процедурой питоном вскармливают около 10 кур, чтобы они не проголодались. Ощущения после такого уникального массажа поистине волшебные. Нервная система разгружается на 100%. Я много слышала об этом и знаю, что стресс снимается за 15 минут, поэтому решилась. 4 милашки поползают по мне, сделают массаж, и я, как новенькая, вернусь домой.